по монастырским закоулкам. 12 декабря состоялась очередная встреча ивановцев в рамках проекта «Прогулки по городу». В этот раз жители и гости областного центра узнали об истории Свято-Веденского монастыря. Монахиня Феофила рассказала о священномученике Владимире Лежневском и блаженном Алексее Еловском, чьи мощи сейчас находятся в обители. Также присутствующих проводили в керамический цех. Там за работой удалось застать одну из сестер. По рассказам матушки, монастырь был основан в марте 1991 года на месте храма. В тяжелые перестроечные годы средств на строительство келий для сестер катастрофически не хватало. Любая копейка, которую прихожане приносили на панихиду, любое пожертвование тратили на строительные материалы. Святое место было возведено руками монахинь и, что называется, с Божьей помощью. Мы вставали цепочкой и поднимали кирпич, у нас даже есть фотографии, поднимали кирпичи на колокольню и вот сюда в корпуса. То есть можно сказать, что, конечно, строили профессиональные каменщики, но сестры как бы участвовали в постройке келий.